Добрый день, меня зовут Елена. Я украинка, живу в городе Киеве, ну, во всяком случае, еще буквально до 28 числа я жила в городе Киев. А пока еще город был мирным, но 24-го начали Киев обстреливать российские войска. На стране началась война. 2 дня мы были под обстрелами, на 3 дня. И потом я приняла решение, что ждать, пока меня пристрелят, я не хочу. Чтобы мои родные не волновались, я решила уехать из страны. Пока что я добралась до Польши. Дальше что будет, не знаю. Этот канал я открыла. Я буду выкладывать о своей жизни, так сказать, уже о новой жизни, потому что у нас в Украине, у украинских людей началась новая точка отсчета. У меня есть канал, на котором я худела. Называется он «Леночка My Life». По каким-то причинам он оказался в теневом бане, он не развивается, его никто не видит. Я там выкладывала войну. Открыла этот канал, потому что боюсь, что рано или поздно его могут заблокировать. Я хочу рассказывать, делиться своими мыслями, рассказывать, как я жила до нового времени, как говорится. Вот знаете, жизнь поделилась на до и вот теперь. Я назвала этот канал «Игра в жизнь». Вот так это как-то я себе понимаю. Вот такое у меня ощущение. Так я пока чувствую. Милости прошу на мой канал. Буду, как всегда, откровенна. Буду, как всегда, рассказывать, как я что чувствую, как я понимаю, как я что вижу, с чем я буду сталкиваться во время... Я себя не признала официально беженкой. Я за собственные деньги здесь живу. Помощь я не принимаю, статус беженца я не принимаю. Пока я работаю, хоть и дистанционно, но работаю, я содержу себя. Жалеть меня не надо. Кто может лучше, отзовите, если будут смотреть меня россияне, отзовите или призовите к мудрости, к уму. Я не знаю, к чему можно призвать вашего правителя, примите участие, кто как может, а я буду со своей стороны, то есть жалеть меня не надо, я переживу эти времена, история знает и войны, и страдания людей, но я буду делиться, как у меня получается теперь жить не дома. Я начала свой канал с того, как мы сегодня въехали в очередную квартиру. Вот, следующее будет видео, я вам расскажу, как у нас жутко холодно, зимой это холодно. Много загружать не буду, вот, милости прошу на мой канал. Желаю всем добра и мира.